всего два ингредиента – банан и орехи. Представляете? А такой вкусный и полезный десерт. Вначале я очищаю два банана от шкурки и нарезаю на примерно одинакового размера кусочки. Вот так. Помещаю теперь нарезанные бананы в колбу блендера. Измельчаю. Получаю однородное без комочков пюре. Кстати, вы это можете сделать еще и обычной вилкой. Тоже все получится. В емкость измельчителя теперь перекладываю очищенные грецкие орехи. Измельчаю их до состояния ореховой муки. Выкладываю банановое пюре и ореховую муку. Тщательно все перемешиваю и с помощью силиконовой лопатки замешиваю тесто. Тесто получается немного гуще, чем на оладьи, но оно очень хорошо держит форму. А что скажете вы? Как вам такой десерт? Уже с нетерпением жду ваши отзывы в комментариях. Ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не со мной. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего новенького не пропустить. Емкость для запекания из духового шкафа застилаю листом пергаментной бумаги. С помощью ложки для мороженого выкладываю одинаковые по размеру шарики орехово-бананового теста. Вот и все. Минимум продуктов, минимум времени на приготовление и максимум пользы и вкуса. Так что очень рекомендую. Отправляю теперь выпекаться в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. По истечении этого времени вынимаю готовый десерт. И диетическое, полезное бананово-ореховое печенье готово. Вы только посмотрите, какое аппетитное, с хрустящей корочкой и мягенькое внутри оно получилось. Это очень вкусно!